Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами в магазине «Светофор Федоровская». Очень приятно в этот магазин приезжать из Пушкина. Вы едете мимо Павловского парка. Можно, кстати, туда заглянуть. Сейчас там очень тоже красиво. Ну, а мы посмотрим, какие новинки приехали сюда. Вот смотрите, кто-то мне писал, хлопушки как хлопушки. Кому они вообще нужны? Ну, вот судя по тому, что я вижу здесь вот, в принципе, одна, по-моему, коробка этих хлопушек. 40 сантиметров, конфетти фольга. 60 рублей 70 копеек, хлопушек здесь осталось тоже не так и много. Поэтому, если вы хотите все-таки успеть их приобрести по такой цене, то постарайтесь приехать побыстрее. Новогодняя гирлянда с фигурами светодиодная, калейдоскоп. 2,5 метра ширина такой гирлянды, длина 70 сантиметров, 423,60. В Шушарах такую гирлянду даже не привозили. В прошлом году их развешивали в самих светофорах. Еще в наличии электрогирлянда на 100 LED-ламп. 155,77 – это самая бюджетная электрогирлянда в светофоре. Есть и гирлянда нить светодиодная Duraline 5 метров, диаметр 5 миллиметров, 100 LED, многоцветовая, длина 5,2 метра. Цена, внимание, всего 198 рублей. В наличии и светодиодная диско-лампа, цена 119 рублей. Здесь 6 Вт, 220 вольт, цоколь Е27. И вьюга. Также в наличии эта гирлянда 246,30. Меня просили показать, идет ли розетка в комплекте к этой вот светодиодной диско-лампе. Нет, ее нет. Посмотрите, вы просто как лампочку покупаете, ввинчиваете ее и все. То есть вместо обычной лампы. Сразу я подошла в прикассовую зону, чтобы показать вам вот эту новинку. Набор аромасвечей в банке. 3 штучки здесь по 100 мл, 139,60. Производство этих аромасвечей Россия. Форма баночки в виде шестиугольника. Давайте посмотрим. Производитель — город Санкт-Петербург. И здесь список ароматов указан. Грейпфрут, зеленый чай, клубнично, клюквенный, смузи с кокосом. Я сейчас только подумала, что на самом деле можно дома изготовить такие свечки на самом деле самостоятельно. Баночек маленьких у нас с вами много остается от всяких соусов. Первый раз, честно сказать, свечки вижу в таких симпатичных баночках. Следующий вариант набора. Здесь имбирное печенье, рождественский венок, корица и апельсин. И еще один вариант — апельсин, алоэ и лаванда. 139,60 за 3 таких свечки. И вот еще один товар, по поводу которого было много отзывов. Это сахар. Сахар белый, фасованный, 5 килограмм. Что я вам хочу показать? Это еще раз цену. Смотрите, именно 5 килограмм 359,90. Почему показываю? Мне многие не верили, что это цена за 5 килограмм в светофоре, потому что дорого, дорого пишут мне потребители. Что-то пишут такое, что можно и по 50 рублей сахар купить в Семишагове, по-моему. Зато подписчики мои из Дальнего Востока, из Сибири сказали, что вы, как сказать, обманываете, что дорого. Это очень дешево. У них там сахар чуть ли не по 100 рублей за килограмм. То есть, ну, в целом по нашему региону эта цена дорогая. Поэтому закупщики светофора, почему разочаровываете потребителей? Везите сахар подешевле. Любители маринованных томатов, смотрите, что приехало. Еще одна банка, от которой отойти невозможно. Это томаты маринованные, желтые, деликатесные. 3 килограмма. И производит компания Густус. 349,75. Цена уже видите какая. Густус вообще известная компания. Она представляет свою продукцию во всех сетях. Были с вами на прошлой неделе в Доброцене. Там тоже много всего от вот этой компании Густус сейчас. Цена, как мы уже с вами выяснили, не дешево, но и выглядят томаты, конечно, обалденно. Томаты свежие, оранжевые, вода питьевая, сахар, соль пищевая, зелень укропа, регулятор кислотности, кислота уксусная, чеснок сушеный, специи, перец, душистый горошек, перец, черный горошек, гвоздика натуральная или в виде водной вытяжки здесь. Под брендом Густус производит компания «Царицынские соленья». И это Волгоградская область.
Ну, томаты, значит, должны быть очень вкусные. Смотрим с вами количество приправ. И здесь их действительно немерено. Тут и чеснок, и укроп, и много-много всего. Я сегодня эту баночку тоже унесу с собой. Огурцов-кубаночка замечательных. 3 литра, которые за 235 рублей 62 копейки осталось всего 3 чудесных баночки. Очень вкусные огурцы, отзывы на них тоже приличные. Напишите, пожалуйста, отзыв и про салат деревенский. 74,70, нам всем очень интересно, 500 грамм здесь. Продавцы в Шушарах мне сказали, что берите вот эти корнишончики по-баварски маринованные, не прогадаете. 121,59, какой был отзыв? Продавщица вот в Шушарах мне сказала, у нее сын съел за 3 вечера 3 банки таких корнишонов. То есть они реально вкусные, в Шушарах сейчас их уже нет. Берите. Действительно, я сегодня возьму попробовать. Новая поставка перец черный молотый от компании Катания. 52 грамма, 83,90. Упаковка как-то, мне кажется, стала побольше у этого перца. Всегда тоже нужная вещь. Катания проверенный производитель. Смотрите, производятся они в Австрии. 52 грамма здесь. Очень много смеси трапезы на первое. 130 грамм. Здесь и щи, и рассоль, и куха, куриный. 62,80 цена. В ассортименте сейчас нету том-яма, потому что мы с вами, по-моему, в Шушарах видели и том-ям. Вот такой суп. Много в наличии макаронных изделий. Рожки, паста делюкс. 500 грамм. 29,30. И что я хочу вам сказать. Здесь 12 грамм белка на 100 грамм продуктов. А мы с вами уже знаем, что 12 грамм – это уже более-менее приличные макаронные изделия. Так что паста делюкс берем. Приправа для глинтвейна в наличии 40 рублей за 40 грамм. Ну и вот камеса тоже много, 43,60. Отличная цена, здесь разные-разные приправы. Дрожжи хлебопекарные, сухие, пакмая. 42,34 цена. Уже поступили отзывы на эти дрожжи. Абсолютно все положительные. Кто-то писал, что давно печет с помощью дрожжей пакмая. Это Турция. И все прекрасно. Так что берите, не прогадайте. И много в наличии соуса краснодарского от Элиты. 72,40 цена за 690 грамм. Производится этот соус в Самарской области. Баночка такая родная сердцу, аутентичная банка. И вот поехала еще целый палец с ананасами. Я вам показывала их, обязательно приложу картиночку. Это бренд Ботаника. Тоже советую попробовать эти ананасы. Вообще Ботаника очень хорошие консервы. Изделие кондитерское мучное Терлим в наличии. 1,2 килограмма, 177 рублей. Берут его постоянно, его уже через неделю не будет. Это такой любимчик у покупателей. Зефир яблочно-белый розовый. Я сегодня возьму, кстати, это новая поставка. 167,10. Вот это самый пока вкусный зефир из тех, что... Да вообще я пробовала. И из тех, что привозили в Светофор, так точно. Клюква тоже в сахаре очень свежая, хорошая. Берите, не прогадаете. 159 рублей. Всего ее цена за 300 грамм. Здесь в наличии вот такие вафли, мягкие гофры. Это тоже новый палет стоит. 288,36. 1 килограмм 220 грамм. Когда товар только привозят, он особенно хорош. Нектар Juicy Juice в 3-литровых упаковках. 99,50. Цена этого нектара, кто брал, пишите, здесь вишня. Вижу, часто берут и вот этот напиток безалкогольный, среднегазированный Lime and Fresh Mango, 1,5 литра. Мне девушка в прошлый раз на кассе, я ее спросила, вкусный напиток? Она говорит, что очень вкусный. И вот она брала с собой 3 штуки. Также вижу, что покупают по несколько прям упаковок. 68,80 за 1,5 литра. Печенье затяжное Мария в наличии. 93,81. Цена за 1 килограмм. Картофельные суперчипсы 300 грамм. 98 рублей. Приехали еще вот в такой упаковке. Сметана и лук. Вот второй вариант упаковки этих суперчипсов. Это все компания Рускарт производит. За 98 рублей 300 грамм. Это просто супер. Конфеты батончик 35 Twins. 500 грамм. Тоже вкусная на самом деле конфетка. Она очень нежная. 156,30. Это цена за 500 грамм. Конфеты глазированные кондитерской глазури ассорти кремовые. 900 грамм. Здесь 269,50 цена. Производитель компания Финтур. Здесь очень разные конфетки в наборе.
Вот, например, сорти со вкусом вишни я вижу. Конфета микс сливочный. Конфета молочные облака и также вишневый вечер. Много вариантов. 269,50 почти за килограмм. Символично, что в этом наборе есть конфетки «Светофор». Мультизлаковые конфеты «Лорена» с белой и темной глазурью. 158,30 цена за 500 грамм. Я уже не раз говорила, что эти конфетки такие засадные, я бы их назвала. Когда вы их едите, очень сложно остановиться. Но по ощущениям здесь очень-очень много сахара. То есть, скорее, злаками тут и не пахнет. Больше всего сахара в этой конфете. И здесь сразу в одном наборе идут конфеты и в темной, и в белой глазури. Завезли много изделий хлебобулочных с добным батончик «Слакон» с кремом. Вареная сгущенка 500 грамм, здесь 121 рубль стоит. Здесь все никак не раскупят. Вот этот безе с кремом 800 грамм «Вкусняшка» 289,10 на самом деле в коммунаре на станционной улице все его купили. Мне в этом безе нравится все, кроме того, что он слишком сладкий и крем здесь, на мой вкус, не самый удачный. Ребята, закупаемся шпротами от пищевика 230 грамм 92,90. Уже говорила, что, например, в других магазинах сложно встретить шпроты по цене дешевле 100 рублей. И были у нас отзывы про шпроты, пишут вкусные. Одна девушка даже сказала, съела эти шпроты за один вечер. 92,90 за 230 грамм производит пищевик. Подошли к рыбному холодильнику. Здесь в наличии кита свежемороженое по цене 496 рублей. Также в наличии сазан. 191 рубль за килограмм. Это не разделанный сазан. Котлеты рыбные из тресковых пород 112,10 1 килограмм. Что хочу сказать, тоже отзывы на котлеты были. Кто-то пишет, что слишком много панировки, прям толстый слой. Ну, кому-то они более-менее нравятся. И вы, пожалуйста, напишите. Крабовые палочки от компании «Шхуна». Мы уже знаем, что это бренд компании «Санта Бремер», Беларусь. 82 рубля стоят эти крабовые палочки, аж за 500 грамм. Скоро мы все будем готовить салаты. И вот, возможно, вам крабовые палочки пригодятся. Субпродукт мясной, обработанный, замороженный, язык свиной. Здесь в одной упаковке 1 килограмм 424 грамма. Я раньше знала, что продают языки говяжьи. Оказывается, сейчас вот можно встретить и языки свиные. Не вижу только на них цены. Сердце цыпленка бройлера в лотке 226,20. Цена за килограмм здесь всего около 700 грамм. И мне одна подписчица говорит, что я постоянно такие сердечки покупаю, мне все нравится. За 152 рубля можно от Лошкарева сейчас приобрести вот такие мяснушки. Срочно, вкусно и по-настоящему. Тесто слоеное бездрожжевое, слоенушки и дрожжевое 95,99. Цена за 1 килограмм здесь также есть в наличии. Зашла сейчас в холодильник. Здесь много продукта йогуртного, пастеризованного, нежного с соком. 350 грамм от Кампины 42 рубля. Говорила, что отзывы на него хорошие. Йогурт двуслойный с вишней, киви, черникой. Без заменителя молочного жира 64,62 цена. И десерт творожный пастеризованный в ассортименте 7 утра 68,15. Сыр балыковый копченый предгорье Кавказа 250 грамм 199,89 цена. Есть и косичка копченая. Это продукт заменителя молочного жира 395,30. Шпикачки москворецкие по ГОСТу изготовлены. Категория Б 165,15 цена. Вот есть такие колбаски к пиву от Атяшевского мясокомбината 106,70. Еще колбаса «Модерн». Губерния мясная, это Черкизово производит, 446,30 цена. Мясные чипсы куриные классические, Андронова лавка, 150 грамм, здесь 95,32. Кто-то писал, что чипсы не очень. Есть и колбаса вареная оригинальная, со шпиком и чесноком, 153,58. Сельдь кусок в пряно-солевой заливке от Викинга 1 килограмм 152,22. Мы уже выяснили, что это смоленский производитель. Все, кто в Смоленске живет, пишут просто, что всем городом едим эту селедку. Она очень натуральная, действительно, много косточек. Но это и хорошо, написали мне
мои подписчики, потому что эта селедка не побывала в каком-то растворителе, который растворяет все косточки в сельде. Поэтому можно брать, и сейчас ее привезли очень много. 152,22 за 1 килограмм. Мясо вот я сегодня не вижу, пока палет пустой. Вообще по четвергам, по-моему, мясо завозят. Зато есть крыло цыпленка. 182,50 цена. Сегодня не так много овощей и фруктов. В наличии грейпфрута 1 килограмм 59 рублей. Мои любимые апельсинчики по цене 59 рублей. Немножко осталось уже лимонов по 55,46 и яблоки в наличии 64,90. Продукт сметаны на закваске «Деревенское подворье» 900 грамм 91,80. Продукт из творога «Деревенские мотивы» 1 килограмм 152,40 цена. Это продукт заменителя молочного жира. А рядом есть творог домашний от Фрау Му. 94,52 его цена. Еще один вариант творога. За 800 грамм цена 154,88 от компании «Русмолоко». Когда эти продукты привозят, их также очень быстро раскупают. И вот есть топленое молоко от Фрау Му. 64,43. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор. Очень много всего в этом магазине, от слова «очень». Забиты полочки, все-все есть. Я сейчас пойду, заберу с собой 3-литровую банку кубаночки и 3-литровую банку огурцов. Сварю вечерком картошечки и буду наслаждаться. Я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме. Везде вас жду и буду рада. До свидания, до новых встреч и до новых обзоров. Пока-пока.